Эту ярмарку сочинцы ждут, поэтому текстиль «Россия-Китай» в наш город приезжает несколько раз в год. Товар отличается качеством, разнообразием продукции и гибкой ценовой политикой. Постельное белье из хлопка, сатина, бязи, поплина остается прочным и после многочисленных стирок, а оригинальные рисунки не теряют яркость красок. Именно поэтому данная продукция фаворит у покупателей. У меня вообще отлично. Вот второй раз пришли, потому что она понравилась. Китайская очень хорошая. Вот видите, какие красивые. Вот и недорого. Одеяло, подушки, все нравится. Нету катышков на нем. Вот что я люблю. Что-то докупим. Что-то да приобретаем. Да, я приобретала несколько раз и очень довольна. Потому что после стирки он очень прекрасно себя чувствует. И полотенца не садятся. Вообще я люблю китайский текстиль. То, что покупала, мне нравится. Совпадает. А так разные цены. Кому под любого покупателя, как говорится. Каждый себе выберет то, что ему нравится. Товар, привезенный в Сочи, не просто от российских и китайских производителей, но и от ведущих фабрик. Если постельное белье, то это бязь, поплин, сатин, жаккард. Если одеяло, то из верблюжьей и овечьей шерсти, кашемира и шелка, подушки с натуральными наполнителями. А еще пледы, покрывала, полотенца, домашний трикотаж, ночные сорочки, пижамы, халаты, туники. Также у нас присутствуют премиум-класса комплекты постельного белья, которые подходят для подарков, для юбилеев, для свадеб и так далее. Конечно, у нас качество высокое, это фабрики, это не ширпотреб. А премиум-класса белье у нас есть эксклюзивное. Это египетский хлопок, это тенсель, это бамбук, сатин жаккард с вышивками, с кружевами, все что угодно. У нас сейчас скидочки на все зимние одеяла, мы сделали 50% в летнее время. Так что приглашаем покупателей за зимними одеялами. Работает ярмарка «Текстиль Россия-Китай» до 30 июня с 10 до 20 часов, без перерыва и выходных. Поступление нового товара раз в неделю. Адрес тот же, Несебрская, 1Б, вход со стороны Яхтиной Марины. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.